Ежегодно 25 июня большинство российских выпускников получают свои аттестаты и медали и уже навсегда прощаются со школой. Так сегодня в Щелковском районном культурном комплексе выпускники школы номер 16 получили свои аттестаты зрелости. Всего 57 11-классников закончили школу в этом году. Директор учебного заведения поздравил ребят с этим знаменательным событием. И в этом году, в 2019, вы... Дорогие наши выпускники, являетесь золотым выпуском школы номер 16, 50-м. Для меня это очень особенный день. Выпускается моя дочь, 11-й Б-класс, которая 11 лет проучилась в этой школе. Позади ЕГЭ, позади все волнения. Ну, это торжественный для нас и волнительный день. Первый аттестат вручили Дарье Волковой. Девушка выиграла конкурс сочинения волонтерства «Это призвание души» и получила стипендию губернатора Московской области Андрея Воробьева. Надо было написать одно из сочинений. Мое сочинение было на тему волонтерства в Сочи 2014 года на Олимпиаде. Ну, я выиграла. Мне понравилась эта тема. Я выбрала волонтерство на международных спортивных играх, и мне посчиталось, что Сочи – это было одно из самых таких... знаменных событий в нашей стране, достаточно масштабные. И там было очень много волонтеров, которые вложили свой труд, и я написала о них. Выпускники, несмотря на то, что прощаются с родными школьными стенами, с энтузиазмом и предвкушением чего-то нового и интересного, смотрят вперед и строят планы на будущее. А как иначе, ведь впереди поступление в вузы. Наконец-таки закончил школу, получил золотую медаль и красный аттестат. И теперь собираюсь поступать, надеюсь, что в Сеченовку, на биоинженерию. Зависит только от ЕГЭ. Помимо аттестатов, трое учеников получили медали. Это Полина Гамалиенко, Никита Прохоренко и Артем Сигитов. Поздравляем всех ребят и желаем удачного поступления в высшие учебные заведения. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».